Привет, друзья! Рады видеть вас на канале, и сегодня у нас на обзоре мощная воздуходувка Штиль BR800CE. Эта вещь идеально подойдет для тех, кто мечтает быстро и легко справляться с уборкой листвы или мусора на участке. Разберем ее фишки, оценим возможности и посмотрим, стоит ли она своих денег. Ссылки, как всегда, в описании. Поехали! Штиль BR800CE не только мощная, но и комфортная в использовании, ведь разработчики позаботились о каждом элементе. Спинка с воздухопроницаемой мягкой подкладкой – это как маленький массаж для спины во время работы, что позволяет трудиться часами без ощущения, что за спиной рюкзак с кирпичами. Добавьте сюда регулировку высоты и наклона, и вот у вас идеальная посадка для любой комплекции. Ну а поясной ремень – это просто находка. Берешься за долгую уборку, а усталость где-то гуляет в сторонке. Что особенно приятно, элементы управления двигателем прямо на рукоятке. Это значительно упрощает управление, не нужно отвлекаться или тянуться куда-то, все под рукой. И еще один бонус – менять положение рукоятки можно буквально в два движения, без всяких инструментов. Удобно и практично. Не забывай заглянуть в описание под видео, там я оставил ссылки на проверенные магазины, где ты сможешь приобрести эту воздуходувку по самой выгодной цене. А с моим промокодом скидка будет еще приятнее. Штиль BR800CE – это не просто воздуходувка, это технологический монстр, который впечатляет своими продуманными особенностями. Первая фишка – это антивибрационная система. Вы же знаете, что длительная работа с вибрацией может стать неприятной для рук. Но Штиль предусмотрел все и снизил эту вибрацию до минимума. Это значит, что можно спокойно работать, не переживая за то, что руки через пару часов начнут уставать или даже болеть. Дальше двигатель. Здесь инженеры действительно постарались. Совмещение плюсов двухтактного и четырехтактного моторов дает отличный баланс. Меньше выхлопных газов, что, кстати, полезно не только для экологии, но и для вашего здоровья. Звуки работы стали тише, и не нужно переживать про замену масла. А тяга и крутящий момент такие, что воздуходувка справится даже с самыми сложными задачами. К слову о задачах, воздуходувная труба регулируется без всяких инструментов. Под ваш рост или под конкретную ситуацию все настраивается буквально за минуту. Это особенно приятно, если вы часто меняете условия работы. Ну и запуск двигателя просто песня. Здесь добавили дополнительную пружину, благодаря которой достаточно одного плавного движения, чтобы завести эту зверюгу. Запуск легкий, а главное надежный. Не надо дергать стартер по 100 раз, все срабатывает с первого раза. Особенно приятно, что это стандартная функция для всех моделей с маркировкой CE. А если нужно сделать перерыв, например, на чашечку кофе, не беда. Воздуходувка быстро перезапускается и готова к работе в любой момент. Эта модель – это действительно сочетание мощности, комфорта и технологичности. Штиль снова на высоте. Я изучил мнение реальных владельцев воздуходувки Штиль BR800CE и выделил самые частые моменты. Начнем с того, что понравилось чуть меньше. Минусы. Шумная. Плюсы. Бесподобная производительность. Комфорт в работе. Легкий запуск. Ну что ж, друзья, на этом наш обзор подходит к концу. Не забывайте, что все ссылки на магазины и промокод со скидкой уже ждут вас в описании под видео. Обязательно делитесь своими мыслями о Штиль BR800CE в комментариях. Было бы интересно узнать ваше мнение. А если хотите больше таких обзоров, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. До скорых встреч. Пока.